Вот тут вообще чудненько у малых. Смотри, что получается. Это Полина, это твой малый. Значит, Полина сидела со мной на отжиге. Она точно уже проработала все, а вы еще не смотрели. Полина сказала после отжига, она тоже снимала своим телефоном, сказала, что... Я говорю, что ощущаешь радужную оболочку, внутри пустота. Что Полина сейчас из себя представляет? Мага. Отличненько. А какой она была до отжига? Десятка мечей. У нее тоже с пауками паучьи, поэтому там я вам всем вкрапила эту паучью. Мне тоже, кстати, показывали, кто-то лепил. Значит, была десятка мечей, рыцарь мечей и колесничек. Пыталась прорваться из... Там у нее есть история одна с якобы подружкой, с которой ее слепили вместе. Ну, зеркальные крайники. Этот долго она сама из нее прорывалась языком света. Лапусик, ты меня запутал. С чем ты мне ноги запутал? То есть она там опять объявилась. Полина новые методы на ней пробовала. Но, в принципе, жить стало легче. А там агрессивная. Ну, в общем, там надо было отсекать это все. Вот эта вся история, вот она с прорывом. Какое она сейчас видится поле Таро? Так, лапа! Прям хочется поучаствовать. Девятка чаш. Ой, десятка чаш. Освобождение идет. Из жертвенности, с одной стороны, с другой стороны, переосмысление этой всей ситуации. Обучение новому, новые шаги в новом этом. И выпал рядом шут. Ну, туз пентаклей, считай, для нее. И шут одновременно. Еще выпало две карты в итоге. Это то, что ее действительно убивало. И сейчас есть новый шанс пойти в новое. Ну, начать себя проявлять. В общем, шансы в материи что-то сделать. Твой сын нуль. А там тебе эта жрица. Короче, здесь, скорее всего, и чистка, и работа с подсознанием глубинная пойдет, и вычищение от наделанного. Тут все сразу. И глубины, и ты, жрица, там все пойдет. Значит, каким был? Смотри, какие стремительные попытки прорваться, скорее всего. Какие-то хаотичные движения, может, даже ревностные. Потому что тупик и страх, то есть это панические атаки, вот так можно назвать, от которых он прятался. Ну, в принципе, паучья со всеми делами. К сожалению, ты представляешь, вот так вот достать? Как можно было бы его состояние достать, а? Именно атаки резкие. Ну как, захлёб, выброс адреналина и невозможность ничего сделать. А знаешь, как это? В чем еще залипон, откуда вот эти связи по дьяволу? Когда вот мурашки идут, там, ну, там, ты что-то узнаешь, вообще-то это тело-то реагирует адреналином, то есть опасность, что-то новое, что-то, какая-то мощная энергия идет. А потом ты никуда не бежишь при адреналине, там, ты же должен или бежать, или драться, а ты не убегаешь и не дерешься, ты замираешь. И получается фигня под названием, не фигня, а норадреналин, отмена тревоги. А адреналин и норадреналин, если я не ошибаюсь, вкупе дают, ну, как бы получается серотонин. То есть такое, фу, слава богу. Ну, как бы кайф такой. И походу получается история, в которой человек по кругу идет. Плюс две мысли. Ты говоришь, этого нету. И вторая часть ему адреналиновая говорит, да, да, мы это испытывали. Вот такой тупичок и большое количество страхов рождается из этого всего. Оно как циклично идет, там жрица постаралась. И подсознание, и род, и воздействие. Каким он стал? Станет, когда посмотрит. Облегчение пойдет однозначно. Осознание и прояснение пойдет однозначно. Смотри, стабилизация энергетики пойдет и закрытость. Королева мечей, в принципе, и жрица тоже могут закрыть от внешнего воздействия на чувствительного человека. Я спросила, что в его случае четверка пентаклей. Хорошо, четверка пентаклей. Страшный суд. Исцеление. Родовые вот эти женского рода и
папы по женской линии. Вот эти вот все, кстати, воздействия по корму, все это пойдет назад. Ну, не назад, а закрыт гештальт будет. На дне сейчас посмотрим. Девятка чаш. Наконец-то облегчение и успокоение. Энергия, король жезлов. После, видишь, уход из старой программы эмоциональной, из тоски, непонимания, прояснение, окончание этого урока. Кстати, с мужчинами и тот, и другой ребенок. У Полины неполная семья, Лада там, мужа видела первые 2 месяца, 3. Она растила Полину без отца. И фигуры мужчины. У нее прояснение. И у твоего такая же история. Вот они, истории родителей. И всех сценариев взрослых. Да, про отношения все. Про партнерство, про отношения. И знаешь еще что? Про вот эти родовые сценарии. Про бездействие вдвоих. Даже болото. У вас, ну, не похожа вообще история, а энергетически похожа по импульсу, что ребята, ну, дети взяли. Смотри, я еще эти свечи отжигала. Я взяла в руки панно с Ваджра-Ягини и собиралась просто все это накрывать дегугами и просто работать на отсечение топорами дегугами. Когда начала снимать, подняла глаза и увидела, что это не Ваджра-Ягини, а Кутузанпо или Саманта Бхадра, или просто я бью. Это еще может быть и... Ну, короче, это олицетворение любой пары божественной. Вот, то есть внутреннего мужчины и женщины, и отношений внутри, ну, получается, это гены мамы и папы, внутренние родители, как фигуры, и даже на материальном уровне отношения мамы и папы в партнерстве. Дети же взяли эти сценарии, они уже взрослые. Полина взрослее, но все равно тут вот эта вся история про партнерство. Надо будет с этой мыслью тоже это все еще раз просмотреть, потому что я тебе хотела записать, что я еще тебе добавлю в плейлист то, что я в другом месте выставила отрывочками, там в ТикТоке больше 5 минут невозможно звук накладывать. Я добавила струящуюся воду, огонь и вода, мужское и женское. Еще стихиями там дорабатывала, кое-где мантру дочитала. Вот, это то, что да, в плейлист добавлю. И будет еще это в связи с тем, что панно выбрала само, что будет прорабатываться для гармонизации. Для наполнение я там со своей мордахой сняла утром, то, что сама себе читала. Есть в тибетском бон традиции есть 3 мантры сердца. Мантра совершенства, мантра физического тела и мантра, ну, развития, расширения. Они все 3 вместе работают. Я начитывала мантру совершенства для гармонизации всех потоков в теле, везде. Это будет первая часть наполнения, будет еще наполнение.